Тюменские коммунисты отметили 154-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Активисты и сторонники партии вместе со школьниками возложили цветы к памятнику на Центральной площади. Молодому поколению напомнили об идеях и взглядах знаменитого вождя революции. Лидер большевиков противостоял капитализму, пропагандировал равенство и социальную справедливость. Его сочинения до сих пор в топе произведений, которые чаще всего переводят на другие языки. В России свыше 1000 памятников Ленину, этот в Юргинском районе не недавно отремонтировали. Финансовую помощь оказала руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева. Сама дата 154-я говорит о том, что о Ленине и сегодня не забывают, хотя время изменилось, казалось бы. Мы должны поблагодарить Ленина за Советский Союз, за счастливое детство с пионерскими кострами, за 8-часовой рабочий день. Все это было, и все это было, то, что было очень хорошо. И на памяти моей, конечно, я как раз это время прожила.